Привет! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, что у меня было новенького из одежды. Покупки в основном на осень, зиму, вот такие теплые вещи. В основном, кстати, это были свитера, какие-то теплые костюмы, один костюм и водолазки. Я обожаю водолазки, если она села прекрасно, как в случае с этой, то я покупаю ее в нескольких оттенках, что я и сделала, и начну, наверное, с них. Все началось с того, что я искала обычную черную водолазку, но мне понравились несколько моделей, отличаются они по фактуре, составу ткани и длине горлышка. Модель с коротким горлом я купила в оливковом и черном цвете, вот цена. Я покупала все водолазки в Uniqlo, мне нравится покупать базовые вещи в Uniqlo. Следующая водолазка из 100% шерсти, она очень приятная, в ней будет тепло зимой и осенью. Здесь горлышко длинное. Сидит прекрасно, и следующая модель мне очень понравилась, были еще другие оттенки, я приобрела в горчичном цвете, и мне нравится сочетать ее с серым лаком и яркой помадой, сейчас это мое любимое сочетание. Черную, конечно же, водолазку и такой насыщенный кирпичный цвет. В последней модели ткань очень легкая, в ней будет, конечно же, холодно зимой, нужно что-то будет сверху надевать, но сейчас в самый раз, мне нравятся они комфортные и приятные. Следующая моя покупка была в японском магазине, в одном из моих любимых магазинов, у них много разных линий. Одна из причин, почему я покупаю вещи в японских магазинах, это то, что это местный дизайн. Если бы я жила в другой стране, я бы покупала вещи дизайна именно той страны, в которой я нахожусь. И вот так все японцы аккуратно упаковывают в мешочки. Я достаю свитер. Вот такой яркий свитер, он пушистый, мягкий, мне очень нравится. И, кстати, когда я его вмерила в магазине, вышла посмотреть большое зеркало, консультантам, ну, очень понравилось. Я видела, что это не наиграно, что им действительно нравится, как на мне смотрится этот свитер. И я, конечно же, не сомневалась в покупке, он и мне понравился. Мне нравится надевать его с платьем такого же оттенка, создавать такой монолук и сумка в тон. Очень круто смотрится, мне сейчас безумно нравится этот оттенок. Следующий белый свитер, когда я его увидела, мне показалось, что он расшит лепестками роз, белыми лепестками. Он очень нежный, и я не могла устоять, чтобы его не примерить. Следующее платье очень простое, но за это оно мне понравилось. Мне понравилось, что такой простой серый цвет, и оно такое скромное, длинное до колена, даже чуть ниже. Черные пуговички, по бокам карманы. И планирую носить это платье с красной помадой. Не знаю почему, в последнее время у меня в голове создаются такие сочетания, когда я вижу что-то из одежды, с какой помадой я буду это носить. Следующая вещь тоже серая, но это такой темный, насыщенный серый оттенок, брючный костюм, блузка и брюки. На брюках карманы расположены по бокам и сзади, и на блузке присутствует вот такой вот бантик. Поначалу он меня смущал, но потом он мне очень даже понравился. Из обуви я приобрела вот такие простые ботиночки, они коричневые, из натуральной кожи, по бокам находится молния во внутренней стороне и круглый нос, небольшой каблук. Если быть внимательным, то можно заметить, что кожа очень нежная и легко будет царапаться, и именно за это они мне понравились. Я очень жду, пока они хорошенько так исцарапаются и будут выглядеть еще круче. Эта покупка очень даже давняя, я приобрела эти кеды, по-моему, в начале лета, то есть это даже не осенние покупки, но я с удовольствием и сейчас их ношу, потому что сейчас, когда я записываю это видео, середина октября, конец октября,
И я ношу их постоянно, то есть с момента покупки они очень удобные, я люблю обувь от Adidas, она действительно комфортная и мне нравится всегда дизайн. Это были все мои покупки. Я надеюсь, что я вам все показала, что у меня было новенького за последнее время. И надеюсь, что вам видео это понравилось. Спасибо за просмотр. Пока!